Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мною Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой «Битва автоугонщика». Всем здорово! Ну а вот, чуваки, долгожданные прятки снова выходят на канале. И сегодня мы с Пашей подготовили две коллекции крутых тачек для пряток. У нас есть дрифтерские машины, драгстеры, развалюхи и внедорожники, которые мы сегодня будем прятать на территории огромного городка Палетто Бэй, где уже нашей целью сегодня будет спрятать 4 машины от соперника так хорошо, чтобы он их не отыскал, потому что далее начнутся самые интересные поиски тачек. Ну а кто найдет машину, забирает ее на испытания, прокачивает, тюнингует и уже сражается за первое место. Ну а я, чуваки, хочу сегодня пожелать вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого позитивного настроения. Ну и, чуваки, давайте договоримся, кому нравятся мои ролики, ставь прямо сейчас лайкос под видос, проверим, сколько нас. Ну а мы не будем тянуть, погнали уже прятать свои супергоры. А теперь, чуваки, начинается самое интересное, это прятки наших тачек. Чуваки, я очень долго ждал эту рубрику, чтобы сегодня затроллить Пашу по полной. Потому что в прошлой серии, кто помнит, он меня затроллил, и я ему хочу сегодня отомстить за это. Поэтому сегодня я придумал коварный план. Я буду за ним следить и проверять, куда он будет прятать свои машины. Тем более вы часто меня это просили. А для этого я сейчас спрячусь от него, ребята, вот сюда, за гелик свой. И теперь у меня есть одно приспособление. Опа! Это, ребята, шлем с тепло. Визором. Короче, работает оно довольно прикольно. Смотрите, вот так берем, и мы видим, где Паша. Опа! И можем за ним следить. Короче, сейчас самое интересное. Даем ему сигнал, что рубрика начинается, и теперь он поедет прятать машину свою. Смотрите, уехал. Так, а теперь садимся в гелик и следим за ним, куда он там поехал. Вон! Я его вижу, чуваки, я его вижу. Главное из виду не упускать, и будем сегодня следить за ним по полной. Так, желтый крендель. Так. Только мне кажется, он меня заманивает, ребята, или он меня даже видит. Я буду ехать аккуратно с тепловизором. Вон, чисто кубик спереди. О, смотрите, вот там едет. Главное, сильно мне не палиться. Он где-то, вот он за забором, чуваки. О, он на крышу запрыгнул. Так, мы его видим. Чуваки, понимаете, в чем мой прикол? Все, я проследил, где первая тачка, и теперь идем прятать свою машину. А ее мы спрячем довольно нетрудно. Просто заедем в амунацию. Надеюсь, этот гелик тут поместится, и его тут замаскируем по полной. Вот это внедорожник, я понимаю. Погнали за второй нашей тачкой. Ребята, капец. Ребята, он в машине сидит, смотрите. Так. Ой, я надеюсь, он не подозревает, что у меня есть тепловизор. Ладно, подумаешь, что это обычный шлем. Мне просто так нужен, так, для защиты. О, шлем снялся. Все, отлично, он точно меня не заподозрит. Интересно, что он там стоит? Что он задумал? Ну-ка, ребята, сейчас мы тепловизор включим и посмотрим. Со стороны. Он поехал! Куда он поехал? О, ребята, он поехал в Лос-Сантос Кастом, смотрите. Вон он, крендель. Прячет машину в Лос-Сантос Кастоме. Вот чего стоял, ждал, когда я уеду. Я за ним проследил. А мы, тем не менее, ребята, спрячем тачку тоже в одном отличном месте под названием завод. О, да! Тут как раз много работников собралось, чуваки. Сейчас мы ее куда-нибудь запихнем, чуваки, эту тачку. Главное, чтобы она поместилась. Ой-ой, а кажется, у нас проблемы, чуваки. Помогите! Всеми силами я должен туда попасть. Будем стараться, будем пытаться, но машина, она пролезет. Главное, ребята, не сдаваться. Сантиметр, миллиметр, чуть-чуть. Давай. Итак, да, мы это сделали. Теперь, ребята, аккуратненько припаркуем где-нибудь вот тут на заводе, возле рабочих. Я думаю, сюда Паша точно не заедет. Он даже не подумает, что машина могла сюда поместиться. И мы идем к следующей тачке. Так, чуваки, кажется, я облажался. Я не успел прибежать на спаву, но он уже уехал на последней машине. Ой, точнее, на предпоследней. Вроде бы его не видно на радаре. Ладно, тогда сделаем, ребята, план Б. Засада. Куда-нибудь тут спрячемся и будем ждать, когда он приедет. Вау! Это же драгстеры, самые быстрые тачки. Так, с ней надо поаккуратнее. А мы, ребята, встаем в засаду и ждем Пашу. A few minutes later. Вот он, чуваки, я его вижу, смотрите, бежит. Садится в машину, о да. Сейчас интересно, куда он поедет, ребята. Главное, чтобы я не спалился. О, тихо. О, куда сюда? Так, маскировка работает отлично. Вот он, смотрите, едет на своей «Жигули». Так, смотрим по тепловизору. Главное, чтобы он меня не вычислил. О, да, он, походу, поехал в теплицу прятать. Серьезно, это же легкое место. Так, смотрим. Реально в теплице спрятал. О, ребята, быстрее уезжаем. Теперь прятать свой супер-драгстер. О,
Кстати, у меня гениальная мысль появилась. Ребят, а что если мы спрячем в той же нычке, где и Паша свою тачку? Он же на крыше маскировал машину, и я тоже там спрячу ее. Только она очень быстрая, поэтому нужно очень аккуратно мне, ой, прятать ее. Опа! Вот это я понимаю, маскировочка, он сюда даже не поедет. А драйстер довольно быстрый и идеально подойдет для этого места. Погнали за последней нашей машиной! Ну что ж, чуваки, я думаю, сегодня троллинг получился просто 10 из 10. Если что, я ни при чем, это все вы виноваты. Вы меня в комментариях просили троллить Пашу. Ой, мне даже Пашу немножечко жалко, чуваки, потому что... Ох, это что мне жалко? Он меня в прошлой серии затроллил. Ничего мне не жалко его. Вот так ему не надо, короче. Ладно, надеюсь, вы лайком оцените такой троллинг, чуваки, и посмотрим, догадается ли он, что сегодня я был в шлеме. И теперь, чуваки, начинаются поиски. Давайте проверим, кто за 7 минут соберет коллекцию быстрее, круче и больше. Ну что ж, занимаем свои места, я запускаю таймер, и мы начинаем. Готов, Паша? Я готов, давай! Тогда, 3, 2, 1, погнали! Let's go! Признавайся, куда ты сегодня прятал тачки свои? Потому что я тебя сегодня не видел. Что? Слушай, я сегодня прятался в одном месте, и это на яхте. Чего? Какой яхте? Серьезно? Ты на яхте прятал тачки? Плавает яхта, да. Давай, давай. Ладно, поеду туда на яхту, проверять яхту, и, ребята, смотреть, может быть, там найду я яхту и машины Пашины. А я первым делом буду проверять полицейский участок, где есть шериф и машины. Давай, давай, проверяй. Мне кажется, у него не получится, ребята, найти. Кстати, я, знаешь, что подумал? Что ты меня обманываешь, потому что ты бы не стал мне говорить, где ты прятал свои машины, поэтому 100% он меня обманул, ребята, и на яхте там пусто. А тем не менее, я уже буквально нашел твою машину, что такое желтое виднеется. Ё, ничего желтого не виднеется, ничего нет. Ну ладно, ничего я не нашел, я тебя обманываю. Так, чуваки, ездим, катаемся, смотрим, где же у Паши его машины. Тем не менее, минута прошла уже. Минута! Да, минута. Ой, здорово, Кредит, что ты? Откуда машина, стоп? Не знаю, сама приехала, прикинь. Да я ее нашел, я же тебе говорю, на яхте ты не прятал, я вот нашел ее. Ты какой? Ладно, хорошо, сейчас я тоже найду. Такой, я вот такой. Подожди. Давай, ищи, правильно, ищи, Паша. Так, я не знаю, я въеду еще в заводы, фермы, буду еще смотреть на крышах. Стой! То есть, если одна тачка на крыше, скорее всего, он все тачки спрятал на крыше, да, Паша, признавайся? А мне кажется, Настя, наоборот, ты сегодня спрятал не на крышах, а в закрытых помещениях банки. Ой, прятал, а? Ну, не знаю. Так, а ты воспользуйся тактикой «Орлиный глаз». Короче, заберись на гору и посмотри. Это довольно хорошая тактика, она мне всегда помогает, чуваки. Так, о, если точно, я не считаюсь... ладно, хорошо, я пойду давай, посмотрю. Давай, давай. И тем не менее, ребята, прошло у нас минута, ну уже 2 минуты почти прошло. Так, надо торопиться, у меня ничего нет пока что. У тебя еще ни одной машины нету? Ты серьезно? Нет. Ты как так, Паша? Ну, я вот офигею над вот. Ним, ребята, я уже 3 машины нашел, а он еще ни одной не нашел. Что? Так. Какие 3? Откуда нашел, ты говоришь? Да не одну, я 3 машины нашел. Ты что, Ламборгини? Урус, да, БМВ, да, спортивная, дрифтовая. Брунишка. Еще Жигули американскую. Ну, не знаю, может, тебя обманываю, а может, правду говорю. Так, нет, ты меня обманываешь. Где-то у него еще находится одна машина, которую я не видел, чуваки. Где? А где у тебя этот, какая у тебя машина была? Nissan GT-R. На поезде? Nissan GT-R, а он далеко-далеко уже уехал. В смысле уехал? Если Паша говорит, что он уехал, он мог его реально запихнуть на поезд. Не понял, прикол. Леха, лепёха, подожди. Чего? Ты мне дал очень хорошую тактику, с помощью какую? Которой я нашел твою фиолетовую машину на крыше. Ай! На крыше он нашел. Ну и что? Зато у нас прошло уже 3 минуты, Паша. Остается 4. Всего у тебя одна машина. Так это моя крыша. Какая крыша? Ничего не знаю. Я ни на какие крыши не прятал, Паша. Так. Нет, ты спрятал на той же крыше, что я прятал. Ну ладно, да. Когда я запрыгнул на крышу, я случайно спалил твой внедорожник. И поэтому я его сразу и нашел. А ты думал, как я нашел? Я же не следил за тобой. Ну, я не знаю, следил, может быть, за мной. Да, то есть я буду следить. У меня просто интуиция прокачана. Я же этот экстрасенсорный пакет. Я экстрасенс. Нет, ты хитрожопый пакет. Нет, хитрожопый нет. Так, чуваки, у Паши были желтые машины. Что? А как? Что? Желтые машины у меня почему были. Почему у тебя 3 машины моих? 1, 2, 3. А где 4-я машина? Ты не подскажешь? Я не могу нет, найти почему-то. Нет, не подскажешь. А почему ты ее не можешь найти? Потому что я думаю, что ты ее куда-то замаскировал. Так,
Если ее не видно, ребята, с горы, то тогда она стопудово закрыто помещение. Погоди, а как ты три машины нашел так быстро? Как? Катался, одна у тебя на ферме, другая на спавне, они все рядом были, поэтому я их и нашел. Так, смотрим. Чувствую я подвох какой-то. Что? Ты не веришь в мою логику, в мою интуицию? Я просто, знаешь, я много в прятках играю, много тебя побеждал. Нет, стоп, ты знал, где машины, что ты врешь? Нифига себе! Подожди, а про яхту тебя случайно не обманул? Не спрятал ли у него ГТР там, ребята? На яхте он, кто его знает? Ну, вроде бы не видно. Так, садимся на мотоцикл и проверяем закрытые помещения. Что-то у меня чуйка, что он где-то спрятал в закрытом месте его. Так. А вот у меня чуйка, что ты за мной следил, мне кажется, нет? Да я не следил за тобой. С чего ты взял? Как я мог следить? Я же прятал свои машины. Блин, в каждой серии мы находим машины там по окончанию времени. Сегодня, я тебе говорю, да у меня просто прокачалась интуиция. Я же этот ультра 100-й уровень себе прокачал, поэтому и нахожу. Так, ничего подобного. Я вторую машину нашел только, ты, блин, уже тут три. Как? Так, ребята, вот это, кстати, мне не нравится. Он слишком быстро начал находить мои машины. У нас остается уже 2 минуты. Проверяю закрытые помещения все просто. И проверил завод. А я тоже завод проверяю. Ну смотри, ты всего нашел 2 машины, но мне осталось всего одну найти. Куда он мог маскировать? Я не понимаю, если честно. Так, давай, думай. Банк, это тоже... Не, знаешь, вот 3 машины довольно трудно было искать, но одну машину я найду стопудово сейчас за минуту. Главное только вовремя место ориентироваться. Просто не знаешь, где она, наверное, да? Да, конечно, ну прошлое-то я сдал, где, а вот эту я не знаю, ее трудно найти. Так, смотрим на него. Ну так вот, ты сам признался, знал, значит, что мы нет, ну, знал, как знал. Ну, интуиционно знал, я же экстрасенс, поэтому я сквозь стены могу видеть. Да, так, смотрим. Опа, тракторист. Наближу, стопудово наближу, он замаскировал. Ребята, времени у нас меньше минуты. Ну, Лёх, ты там пользуешься своими читами, а я вот как нормальный человек, нормально вот нашёл свои машины. Нет, у меня не было читов. Можешь пересмотреть мой ролик, у меня ни одного чита не было. У меня все законно послушно. Так. Сейчас я еще 4-ю твою машину найду, и тебе хана будет. Давай. Мне кажется, он мог замаскировать где-то под домом. Он под домами любит прятать, либо, например, в гаражах. Где-то здесь, я знаю, есть точно гараж. Или же на самом видном месте, может быть, а? На каком видном месте? Не-не-не, ребята, стопудово, я говорю, у него были желтые машины, поэтому желтые машины где-то либо возле песка, либо наоборот, где-то на мусорке спрятаны, потому или что... Или же на дереве! Кстати, на мусорке! Я угадал! Возле желтой мусорки тачка спрятана. Ой! Мы сидим, там ничего не спрятано. Паша, у тебя остается буквально 30 секунд. Давай, успешно. Давай, ищи, я найду. Я нашел сегодня полную коллекцию. 4 машины. Ты понимаешь, насколько нужно быть профессиональным сыщиком, чтобы отыскать всю коллекцию? Это именно я сегодня. Ага, профессиональным сыщиком надо быть. А я не понял, а как ты мои машины нашел 3 штуки, а? А легко и просто, я следил за мной. Стопудово следил за мной, как-то, смотрите, перевернул. Ладно, время вышло, и я признаюсь, я сегодня чуть-чуть тебя решил затроллить благодаря подписчикам. Я проследил с помощью тепловизора с тобой. Я хотел тебе дать на 1 балл больше, чуваки, потому что у меня птачек больше, но этого я не сделаю. Счет у нас наравне 0-0, ну а мы тюнингуем коллекции и переходим к первому испытанию. Ну а вот и завершилась наша прокачка, чуваки. Сегодня у нас есть 2 коллекции. Справа это коллекция Джела, слева коллекция Плейсна. И, чуваки, начинаем мы с самых быстрых тачек. Это драгстеры. Если честно, мы в шоке. Мы их прокачали на максимум, они стали еще в 10 раз быстрее. Трингет! Поэтому сегодня будет самая крутая гонка. Гонка драгстер по прямой. Показываю по карте. Кто сегодня проезжает ее первым, чуваки, тот и получает 1 балл. Ну а будет это Паша или Джел, давайте узнаем. Итак, даю обратный отчет. Ты готов, золотой? Давай. Я сегодня называю себя Красный Демон. Красный Димон. Ладно, я Красный Димон буду. Итак, 1, 2, 3, погнали. Все, Паша покинула. Вы понимаете, что у меня самый быстрый драгстер в мире. А Паша меня не догонит. Ой, и не догонит. Так, извините, да, простите. Так тебе и надо, это я, Подляныч. Так, ребята, газуем. А ты Бесколесыч. Плейсин Бесколесович, ребята. Ой, я понял. Давай, минус. У меня тачка не поворачивает. Давай, газуй. Так, тормозов нету, поворачивайся, нету. А у меня вот наоборот идеально все, и тормоза есть, и по повороту хорошо. Нет, в поворотах у меня вообще туго-туго заходит. Зато по прямой я быстрее, кажется. Так, догоняем этого крылья золотого. Я лучше, я сильнее, я золотой. Да. Аккуратно направо, налево. Ты у меня настолько быстро разгоняешься, что аж телепортироваться начинаешь. Так, ребята, давай, ну-ка, дракрессик. Давай, я телепортыч. Что быстрее, телепортыч. Ой, я пиндюхался. Врезал еще он. Ребята, по стене едем. Я чуть не остался, тут из туннеля выехал. Пипец.
собачка неуправляемо становится. Ой-ой-ой, телепорт еще едет, ребята. Пока, Полетович. Я не знаю, куда ему там в огород прилетел. Так, ребята, едем. Осталось буквально 3 километра, смотрите. Главное только не врезаться. Сокращаю по полям. По горам он там летает, ребята, смотрите. Так, левее, правее, все. Финишная прямая, пожалуйста, Ниссан, давай. Я догоню. Он не поворачивает, я отвечаю, я просто в каждый столбик врезаюсь на повороте. Так, вот тут я не врежусь. Боже! Так, налево. Врежься. Нет. Ой-ой-ой. Ребята, направо. Стоять! Дорога перекрыта. Хотел уже перекрывать дорогу ему. Мини-купер, давай, газуй. Мини-купер, Порше-букер. Давай, ГТР, я пожалуйста, смогу, балл. Я хочу этот балл. Итак, где финиш? Опа! Да! Я приехал первый, и первый балл у меня. Ну что ж, получается, счет у нас 1-0. Перекаем ко второму испытанию. Ну а у меня теперь, чуваки, дрифтовая BMW-шка. У Паши сегодня Mazda RX-7 для второго испытания. И давайте проверим, кто заработает второй балл. Либо я, либо Паша. Потому что кто делает два круга по ледяному кольцу в нашей дрифт-гонке, тот и получает этот самый балл. Ну а теперь проверяем скилл. На счет 3. Газуем. Готов? Ну-ка, давай! 3, 2, 1, погнали! Давай! Let's go! Ой, ребята, сегодня БК-читерская. Она очень дрифтовая, поэтому я думаю, победю Пашу стопудово. Смотри! А у меня Mazda красивая. У меня тоже красивая. У меня машина вишенка, ребята. Вишенка, фигишенка. Да, я на своей вишенке разогнался. Главное не улететь. Ой, если не улетишь, она очень быстрая. Вишенки сейчас. Не улечу. А что это ты взял себе Mazda RX-7? Я думал, на Жигули будет сегодня, ребята, дрифтовать. Да нет, она очень классная просто. Тем более, как очень классная. Давай, мою вишенку слабо догнать. Ребята, пока что я лидирую и сегодня заработаю, кажется, второй балл. А потом поведу в сухую. Не-не-не, вишенку не трогай. У меня вначале был красный демон или красный Димон, а теперь вишенка. Давай. Че, не догонишь. У тебя красный арбуз такой большой и огромный. Ты посмотри, реально бэха красивая. Мне она очень нравится. И дрифтовая еще заодно. Вот так. Давай. Газуй, Mazda. Нет, просто без шансов. Сегодня моя тачка порвет всех, кто приблизится к ней. И меня тоже, кажется. Ой-ой-ой. Или тебя порвет она сейчас, а? Нет, ты посмотри, она идеально едет боком. Ой-ой-ой. Смотрим назад, ребята, чтобы Паша меня не успел протарать. Сейчас тебе надо догнать. И главное, чтобы ты меня уже не таранил. Вот тут опасно. Я не могу в поворот войти, она очень быстрая. Так, задом, пропустите меня. Давай, езжай быстрее. Не могу, закрыто, видишь? Так, езжаю, пока. Все, сегодня победа будет у меня. Куда поехал? Сегодня победа будет у меня, наконец-таки. У меня счет у нас 1-0, ребята. Я ему сейчас... Ой, что такое, развернул нет, кого-то. Нет, ничего смотри, не развернуло. Смотри. Два поворота. Один поворот я проехал, второй поворот я проезжаю, и последний остался. Давай, Бэха, давай. Я вишенка. Смогу. Нет, ты не сможешь. Или сможешь. Давай. Пока. Так, притормозим. Пока. Давай, Бэха, давай. Газу. И вот так красиво финишируем. Ого. Что? Ты видел? На бампере. Вот это лайка заслуживает. Ну а мы перекаем к третьему испытанию. Ну и наконец-то наши финалисты, чуваки. У меня Lamborghini Urus, у Паши Жигули Фигурус. Кто сегодня преодолеет испытание, последний выживший, тот и получит 1 балл в конце. Ого, еле выиграл. Ай, меня зажали. Чуваки, чтобы победить в этом испытании, нужно просто продержаться дольше соперника против целой кучи армии танков. Что, зажал реально? Крендель, ты там да, где? Да, я еду. Давай помогу тебе. Ой, разноцветик. Чуваки, сегодня у нас 5 звезд, целая армия с нами находится. Так что, Паша, тебе будет хана. На Жиге точно не уедешь. Ты большая мишень, а я маленький. Я большая мишень, я небольшая мишень, я быстрая мишень. Чуваки, я даже, помните, тактику делал? Берем, разгоняемся и на ангар прыгаем. 3, 2, 1. О, чуть не попал. Ого. Перелетаю. Так, главное в танке прилететь. Я чуть всю военную базу не перелетел. Ой, это слишком быстро, ребята, возвращаемся к Паше. А тебе себе хана. Кому хана, тебе хана, иди сюда, на. Мелких не бью. Давай, какой-то маленький цвет. Я не знаю, красный и белый, кто ты. Так, смотрим. Самое главное, чтобы танки не приехали сбоку. Они могут реально атаковать в любой момент. А я пока, ребята, в ангаре посижу. О, да, это будет моя логово. Я тоже с тобой, я боюсь. Извини, отсюда, слышно, Кредель. Не трогай меня. Я сегодня салатовый боб. Так, смотрим, выглядываем, ребята, выглядываем. Главное, чтобы никого не было. Давай, салатовый, тебя дорвут. Воу, смотри, там целая очередь танков. Паша, иди, они к тебе, так тебе выстрелились. Нет, тебе, не фанат твой. Ой, уезжаем, ребята. Счет, я помню, 2-0. Моя цель 3-0 сделать в сухую. И быстрее, пока. Я улетаю, пока. Куда? Сусу улетает.
Я он, читер. Я на вертолете, пока. Вертолетчик, стоять. Держите его. Реально сейчас расплит пополам его. Давай, Паша, ты играешься. Держите его. Я быстрее. Буду танк вертолет пользоваться. Давайте кого-то отпустите. О, к танку. Давай. Ой, ребята. Сейчас кого-то расстреляют. Я говорю, 3-0 будет у меня. Нет, 3-0 у тебя будет. Давай. Держим. Стреляйте, давайте. Уйдите. Пашу. Нет. Я его держу. Я буду бежать. Одновременно, блин. Зря я тебя подпихивал. Получается, счет у нас по одному баллу прибавляется. И сегодня моя победа со счетом 3-1. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравилось, не забывайте ставить лайки. А также по секрету напишите, хотите ли видеть больше троллингов в следующих сериях. Интересно будет ваше мнение. Ну а с вами был Джайл Плейзин. Ссылка на Пашу в описании. Всем удачи, всем пока! Всем пока, народ!